Доктор сельскохозяйственных наук Александр Семенович занимался развитием аграрной науки. Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев лично знал ученого. В телеграмме с соболезнованиями глава региона написал, что Александр Найденов был настоящим патриотом кубанской земли и полностью отдавался делу, которым занимался. В каждом рекордном урожае нашего региона огромный вклад Александра Семеновича. Он всегда ратовал за бережное отношение к земле, за сохранение плодородия уникальных кубанских черноземов для будущих поколений. Александр Семенович подготовил больше 3000 специалистов для сельского хозяйства региона. Уверен, каждый из них сохранит в своем сердце теплые воспоминания об учителе и обязательно будет продолжать его дело. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Семеновича Найденова. Его имя навсегда вписано в историю Краснодарского края. Память о нем навсегда сохраним в наших сердцах. Похороны кубанского ученого Александра Найденова состоятся в эту среду в Краснодаре на Славянском кладбище.